А мы вернулись в эфир, потому что только что поступило сообщение о том, что сегодня днем в Ташкенте на 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной более 26 лет. Пока это сообщает только одно агентство «Фергана Ньюс», но сообщение, в общем, уже распространяется. И мы надеемся сейчас поговорить с нами на связи Даниил Кислов, редактор информационного агентства «Фергана Ньюс». Да, здравствуйте, Даниил. Добрый вечер. Если можно его вот таким назвать. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько эта информация достоверна? Откуда вы об этом узнали? Что это за источники? Это очень плохой вопрос, потому что любая информация, которая публикуется на нашем сайте, официальном сайте российского СМИ Фергана.ру, ООО информационное агентство Фергана.ру, мы несем ответственность за ту информацию, которую публикуем. Наши источники пребывают в, значит, Узбекистане, и мы можем открыть их только через суд. Но это очень достоверный источник. Но напомню вам только одну фабулу. Наша первая публикация о том, что Ислам Каримов получил инсульт, вышла за час до того, как было распространено об этом уже. А что вы еще знаете о случившемся и какая сейчас обстановка, по вашей информации, в Ташкенте? Обстановки там никакой нет, потому что об этом невозможно узнать. Нам известно о том, что Ислам Абдуганиевич Каримов умер около 15 часов по ташкентскому времени сегодня, в понедельник, 29 августа.